Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем нам грешным. Создавший нас, Господи, помилуй нас. Без числа мы согрешили, Господи, прости и помилуй нас грешных. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселись овны очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Поспеши, Боже, избавь меня. Поспеши, Господи, на помощь мне, да постыдятся и посрамятся ищущие души мои. Да будут обращены назад и преданы по смеянию, желающие мне зла. Да будут обращены назад за поношение меня, говорящие мне «хорошо, хорошо». Да возрадуются, возвеселятся о Тебе все ищущие Тебя и любящие спасение Твое, да говорят непрестанно «Велик Бог! Я же беден и нищ! Боже, поспеши ко мне! Ты помощь моя, Избавитель мой, Господи, не замедли!» Помощник и покровитель явился мне ко спасению. Он мой Бог, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его, ибо Он торжественно прославился. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. С юности, Христе, я пренебрегал Твоими заповедями, неудержимо, страстно, не радея, не заботясь, проводил я жизнь, Спаситель. Потому-то и взыскаю, взываю к Тебе, спаси меня, хотя при конце. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Спаситель, не незрить меня, повершегося пред вратами Твоими во ад, хотя в старости, как человеколюбец, даруй мне оставление при грешении прежде кончины. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Растратив на распутство свою природу, я спаситель пустыня, по плодам благочестия, не имея пищи, взываю, Отец милосердный, поспеши и смилуйся надо мною. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. По моим помыслам я человек, попавшийся разбойником,
Ими я весь изъязлен, покрыт ранами, но ты, Христос Спаситель, сам приди и исцели меня. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Заметив меня, священник прошел мимо, презрел и левит, видя меня в ужасном положении обнаженного, но ты, воссиявший от Марии Иисусе, приди и смилуйся надо мною, преподобная Мать Мария, моли Бога о нас. Ты даруй мне, Мария, светолучную благодать Вышнего Божественного промысла, избежать мрака страстей и усердно воспеть прекрасные подвиги твоей жизни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Пресносущная Троица, которой мы поклоняемся в ее единстве, сними с меня обременительную тяжесть греха и по своему милосердию даруй мне умилительные слезы. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Богородице, надежда и помощь всем прославляющим Тебя, сними с меня обременительную тяжесть греха, и как непорочная владычица прими меня кающегося. Внемли, небо, я буду возвещать и воспевать Христа, пришедшего во плоти от Девы. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Подобно Давиду я необузданно пал и изгрязнился, но омой меня, Спаситель, слезами. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ни слез, ни покаяния, ни умиления нет у меня, но ты, Спаситель, как Бог, даруй мне сие сам. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Я погубил первозданную красоту и благообразие мое, и теперь лежу нагим и стыжусь. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Господи, Господи, не затвори предо мною в это время дверь, но отвори ее для меня, кающегося пред Тобою. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Внемли, Спаситель, стенанием души моей, прими слезы очей моих и спаси меня. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ты, желающий всем быть спасенными, человеколюбец, призови меня по доброте и прими меня, кающегося, Пресвятая Богородица, спаси нас. Пречистая Богородица Дева, ты одна всеми воспеваемая, усердно моли о нашем спасении. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Видите, видите, что я Бог, в древности одождивший манну и источивший воду из камня для народа моего в пустыне, единою десницей и крепостью моей. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Видите, видите, что я Бог. Внимай, душа моя, взывающему Господу, оставь прежний грех и побойся, как праведного судью и Бога. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Душа многогрешная, кому ты стала подобна? Поразивши камнями злодействами тело и умертвивши разум безрассудными помыслами, как не первому Каину и тому Ламеху. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Пробежавши взором всех живших до закона, увы,
не уподобилась душа Сифу, не подражала и Носу, ни Иноху через преселение, ни Ною, но оказалась бедною свойствами жизни праведников. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ты одна, душа моя, отверзла бездны гнева Бога своего и потопила, как землю, всю плоть и дела, и жизнь, и осталась вне спасительного ковчега. Преподобная Мать Мария, моли Бога о нас. Отвратившись от прямого пути греха, ты с полным усердием и любовью прибегла ко Христу, живя в непроходимых пустынях и безукоризненно исполняя божественные его заповеди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Безначальная несозданная Троица, нераздельная единица, прими меня, кающегося, спаси согрешившего. Я твое создание не презри, но пощади и избавь меня от наказания огнем. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пречистая Владычица, Богородительница, надежда для прибегающих к тебе и пристань для застигнутых бурей, твоими молитвами умилостив и для меня милостивого Создателя и твоего Сына. Услышал пророк о пришествии твоем, Господи, и устрашился, что тебе угодно родиться от девы и явиться людям, и сказал: услышал я весь о тебе и устрашился, слава силе твоей, Господи, благодарю тебя, Господи, Боже мой. Тело мое сквернено, дух грязен, весь я покрыт трупами, но ты, Христе, как врач, уврачу и то, и другое моим покаянием. Омой, очисти, яви меня чище снега, Спаситель мой, благодарю тебя, Господи, Боже мой. Твое тело и кровь, слово, ты принес жертву за всех при распятии, тело, чтобы воссоздать меня, кровь, чтобы омыть меня, и дух ты, Христе, предал, чтоб привести меня к твоему Отцу. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Посреди земли ты устроил спасение милосердное, чтоб мы спаслись. Ты добровольно распялся на древе. Эдем затворенный открылся, тебе поклоняются небесные, земные, все спасенные тобою народы. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Да будет мне омовением кровь из ребр твоих, и вместе питьем, источившее оставление грехов, чтоб не и тем, и другим очищаться слове, помазуясь и напояясь животворными твоими словами, как мазью и питьем. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Церковь приобрела себе чашу в животворном ребре твоем, из которого проистек нам двойной поток оставления грехов и разумения, Спаситель наш, в образах обоих заветов, Ветхого и Нового. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Я был лишен брачного чертога, лишен и брака, и вечери. Светильник, как без елея, погас. Чертог закрылся во время моего сна. Вечеря окончена, а я связанный по рукам и ногам, как бы извержен вон. Но ты обновил меня покаянием, и я вновь на поприще с тобою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Нераздельным по существу, неслиянным в лицах, богословски исповедую тебя, троичное, единое божество, соцарственное и сопрестольное, возглашаю тебе великую песнь в небесных обителях, троекратно воспеваемую, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица в обоих случаях, сохраняя по естеству девство, рожденный тобой обновляет законы природы,
А девственное чрево рождает, когда хочет Бог, то нарушается порядок природы, ибо Он творит, что хочет. От ночи бодрствующего просвети меня, молю, человеколюбец, путеводи меня в повелениях Твоих и научи меня, Спаситель, исполнять Твою волю. Благодарю Тебя, Господи Боже мой. По упорству я был, как жестокий нравом фараон, владыка, по душе и телу я Иоанни и Амврий, и по уму погрязший, но Ты помог мне. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Загрязнил я несчастный свой ум, но Ты омыл меня, владыка, в купели слез моих, молю Тебя, и убели, как снег, одежду плоти моей. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Когда исследую свои дела, Спаситель, то вижу, что превзошел я грехами всех людей, ибо я грешил с разумным сознанием, а не по неведению, но я все еще жив и есть надежда. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Пощади, Господи, пощади создание Твое, я согрешил, прости мне, ибо только Ты один чист по природе, и никто, кроме Тебя, не чувств нечистоты. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Ради меня, будучи Богом, Ты принял мой образ, Спаситель, и совершая чудеса, исцелял прокаженных, укреплял расслабленных, остановил кровотечение у кровоточивой прикосновением одежды, преподобная Мать Мария, моли Бога о нас. Ты перешла потоки Орданские и приобрела покой безболезненный, оставив плотское удовольствие, от которого избавь и нас Твоими молитвами, преподобная, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Тебя, Пресвятая Троица, прославляем за единого Бога, свят, свят, свят Отец, Сын и Дух, простое существо, единица вечно поклоняемая, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. В Тебе, нетленная, не познавшая мужа, Матерь Дева облегся в мой состав, сотворивший мир Бог, и соединил с собою человеческую природу. От всего сердца моего я воззвал к милосердному Богу, и Он услышал меня из ада преисподнего, и воззвал жизнь мою от погибели. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Восстань и побеждай плотские страсти, как Иисус Амалика, всегда побеждая иговонитян обольстительные помыслы. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Душа, Бог повелевает, перейди, как некогда ковчег Иордан, текущее по своему существу время, и сделайся обладательницей обещанной земли. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Подобно тому, как Ты спас Петра, воззвавшего, поспеши, Спаситель, спасти меня, избавь меня от чудовища, простерши свою руку и выведи из глубины греха. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Тихое пристанище вижу в Тебе, Владыка, Владыка Христе, поспеши же избавить меня от непроходимых глубин греха и отчаяния. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Я Троица, несоставная, нераздельная, раздельная в лицах и единица, соединенная по существу, свидетельствует Отец, Сын и Божественный Дух, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, чрево Твое родило нам Бога, принявшего наш образ, Его, как Создателя всего мира, моли, Богородица, чтоб по молитвам Твоим нам оправдаться. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
ныне и присно и во веки веков. Аминь. Душа моя, восстань, что ты спишь. Конец приближается, и ты смутишься. Пробудись же, что пощадил тебя Христос Бог вездесущий и все наполняющий. Душа моя, восстань, что ты спишь, конец приближается, и ты смутишься. Пробудись же, чтобы пощадил тебя Христос Бог, вездесущий и все наполняющий. Мы согрешили, жили беззаконно, неправо поступали пред тобою, не сохранили, не исполнили, что ты заповедал нам. Но не оставь нас до конца, Боже отцов. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Ты, душа, добровольно вместила преступление Манасии, поставив вместо идолов страсти и умножив мерзости, но усердно подражай его покаянию с чувством умиления. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Ты подражала Ахаву в мерзостях, душа моя, увы, ты сделалась жилищем плотских нечистот и постыдным сосудом страстей, но воздохнула из глубины своей, поведала Богу грехи свои, и Он простил и приблизил тебя к себе. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Заключилось небо для тебя, душа, и голод от Бога послан на тебя, как некогда на Ахава за то, что он не послушал слов Ильи Фесвитянина. Но ты подражай вдове Сарепской, напитай душу пророка. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Илья попалил некогда дважды по 50 служителей Изавели, когда истреблял гнусных пророков ее в обличении Ахава. Но ты, душа, избегай подражания обоим им и крепись в воздержании. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Троица простая, нераздельная, единосущная, одно божество. Свет и свет, три святые, одно лицо свято. Бог Троица, воспеваемая в песнопениях, воспой же и ты, душа, прославь жизнь и жизни Бога всех, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваем тебя, благословляем тебя, поклоняемся тебе, Богородительница, ибо ты родила одного из нераздельной Троицы, Христа Бога, и сама открыла для нас, живущих на земле, небесные обители. Кого прославляют воинства небесные, пред кем трепещут херувимы и серафимы, того все существа и творения воспевайте, благословляйте и превозносите во все века. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Правосудный Спаситель, помилуй и избавь меня от огня и наказания, которому я должен справедливо подвергнуться на суде. Прости меня прежде кончины, дав мне добродетели и покаяние. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Как разбойник взываю к тебе, вспомни меня, как Петр. Горько плачу, Спаситель, как мытарь, издаю вопль. Будь милостив ко мне, проливаю слезы, как блудница, прими мое рыдание, как некогда от жены Хананейской. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Один врач, Спаситель, исцели гниение моей смиренной души, приложи мне пластырь, елей, вино, дела покаяния, умиления со слезами. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Подражая жене Хананейской, и я взываю к сыну Давидову, помилуй меня,
касаюсь одежды его, как кровоточивая. Плачу, как Марфа и Мария над Лазарем, и ты простил меня и принял на вечерю твоей любви. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Безначальный Отче, собезначальный Сын, Утешитель, благий Дух правый, Родитель Слова Божия, безначальное Слово Отца, Дух животворяющий и созидающий, Троица единая, помилуй меня, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Мысленная Порфира, плоть Эммануила соткалась внутри твоего чрева, пречистая, как бы из вещества пурпурного. Потом мы почитаем тебя истинную Богородицу. Рождество от бессеменного зачата неизъяснимо, безмужной матери нетленен плод, ибо рождение Бога обновляет природу. Поэтому тебя, как Богоневесту Матерь, мы все роды православно величаем. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Врачуя болезни, Христос Слово благовествовал нищим, исцелял у вечных, кушал с мытарями, беседовал с грешниками и прикосновением руки возвратил вышедшую из тела душу Иаировой дочери. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Мытарь спасся, и блудница сделалась целомудренную, а гордый фарисей подвергся осуждению, ибо первый взывал «Будь милостив ко мне», другая «Помилуй меня», а последний тщеславно возглашал «Боже, я не таков, как прочие», и прочие безумные речи. Благодарю тебя, Господи, Боже мой, слава тебе, Боже наш, слава тебе! Закхей был мытарь, однако спасся. Симон фарисей соблазнялся, а блудница получила решительное прощение от имеющего власть отпускать грехи. Спеши, душа, и ты подражай ей. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Бедная душа моя, ты подражала блуднице, которая, взяв сосуд с миром, мазала со слезами и отирала волосами ноги Спасителя, разорвавшего запись прежних ее прегрешений. Так же было и со мною. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Ты знаешь, душа моя, как прокляты города, которым Христос благовестил Евангелие. Страшись этого примера, чтобы и тебе не быть, как они, ибо владыка, уподобив их содомлянам, присудил их к аду. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Не окажись, душа моя, по отчаянию хуже хананиянки, слышавшая вере, по которой Божьим словом исцелена дочь ее. Ты воззвала, как она, Христу из глубины сердца: «Сын Давидов, спаси меня! Помилуй меня, Боже, помилуй меня! Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Животворящему и просвещающему концы прославим Отца, превознесем Сына, с верою поклонимся Божественному Духу нераздельной Троице, единой по существу, как свету и светом жизни и жизням, животворящему и просвещающему пределы вселенной, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, сохраняй град свой, пречистая Богородительница, под твою защиту он царствует с верою, и от тебя получает крепость, и при твоем содействии неотразимо побеждает всякое бедствие, берет в плен врагов и держит их в подчинении. Преподобный отче Андрея, моли Бога о нас. Андрей, досточтимый отец, приблаженный пастырь Критский, не переставай молиться за воспевающих тебя, чтобы избавиться от гнева, скорби, погибели, бесчисленных прегрешений нам всем искренне почитающим память твою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и в веки веков. Аминь.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, отпусти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святые, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех. Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам внесь, и устави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. Не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое Царство и сила и слава во веки. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй, слава Отцу и Сыну Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Сказал безумец, в сердце своем нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Там убоятся они страха, где нет страха, ибо Бог вроде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его. Кто даст Сиона спасение Израилю, когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Яков и возвеселится Израиль. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла, и не принимает поношения на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен, отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так, не поколеблется вовек. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты Господь мой, блага мои тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их, и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой, межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не увидишь, и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни. Полнота радости пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. С нами, Бог, разумейте языцы и покоряйтеся, яко с нами, Бог, услышите до последних земли, яко с нами, Бог, могущие, покоряйтесь.
яко с нами Бог. Аще бо паки возможете, и паки побеждены будете, яко с нами Бог. Иже аще совет совещеваете, разорит Господь, яко с нами Бог. И слово еже аще возглаголите, не пребудет в вас, яко с нами Бог. Страха же вашего не убоимся, ниже смутимся, яко с нами Бог. Господа же Бога нашего того, освятим и той будет нам страх, яко с нами Бог. Яще на него надеяться буду, будет мне во освящение, яко с нами Бог. И уповая буду на него, и спасуся им, яко с нами Бог. Се аз и дети яжеми даде Бог, яко с нами Бог. Люди, ходящие во тьме, видишь, свет велий, яко с нами Бог. Живущие во стране и се несметный свет воссияет на вы, яко с нами Бог. Яко отроча родися нам, сын и дадеся нам, яко с нами Бог. Его же начальство бысь на раме его, яко с нами Бог. И мира его несть предела, яко с нами Бог. И нарицается имя его велико совета ангел, яко с нами Бог. Чуден советник, яко с нами Бог. Бог крепок, властитель, начальник мира, яко с нами Бог. Отец будущего века, яко с нами Бог. С нами Бог, разумейте языцы и покоряйтеся, яко с нами Бог. День пришед, благодарю тебя, Господи, вечер прошу с ночью, без греха подашь мне, спаси и спаси мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. День пришед, славословлю тебя, Владыка, вечер прошу с ночью, без соблазнства подашь мне, спаси и спаси мя, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. День пришед, песнословлю тебя, святый, вечер прошу с ночью, ненавистен подашь мне, спаси и спаси мя. Бесплотное естество херувимское, немолчными песнями тебя славословят, шестокрыльное животное серафими, непрестанными глазы тебя превозносят, ангелов же вся воинство тресвятыми песнями тебя восхваляют, прежде бо всех еси сы Отец, и собезначально имящи твоего Сына, и равночестно носяй Духа жизни, Троица являешь и нераздельная, Пресвятая Дева, Матерь Божья, и же Слово, Самовица, и слуги, пророк же и мученик все лица, лицы, яко бессмертную имущи жизнь, а всех молитесь прилежно, яко все есть мы в бедах, да прелести избавшися лукавого, ангельскую воспоем песнь, святый, 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 ты святый Господь, помилуй, спаси нас, аминь. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли видимым же всем невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцом же вся быша, нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Святой и Марии Девы, и во человечеся,
распятого же за ны препотистим Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, и Боже царствию не будет конца. И в Духа Святаго Господа истинного и животворящего, и же от Отца исходящего, и же с Отцем и Сыном поклоняемой славе моглаголовшего пророки, воедино святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Пресвятая Троица, Престая Владычица Богородица, моли Бога о нас грешных. Все небесные силы, святых ангел, архангел, молите о нас грешных. Святые Иоанне Пророче, Предтече и Крестителю Господа нашего Иисуса Христа, моли о нас грешных. Святые славные апостолы, пророки, мученики и все святые, молите о нас грешных. Преподобные богоносные отцы наши, пастыри и учители вселенной, молите о нас грешных. Непобедимая и непостижимая божественная сила честного и животворящего креста, не остави нас грешных. Боже, очисти нас грешных. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети, исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое царство и сила и слава во веки. Аминь. Бытия чтения. И сказал Бог, да произведет земля душу живую породу ее, скотов и гадов, и зверей земных породу их, и стало так, и создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их, и увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всею землею, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И сказал Бог, вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу, а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому гаду, присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу, и стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой.
Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Притчи, чтение. Сын мой, если ты примешь слова мои, сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге, ибо Господь дает мудрость из уст его знаний и разум. Он сохраняет для праведных спасение, он щит для ходящих непорочно. Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривые, которые блуждают на стезях своих, дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей, забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти, а стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращался яйца и не вступает на путь жизни. Посему ходи путем добрых и держись стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные прибудут на ней, а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее. Слово второе о посте святого Иоанна Златоуста. Продолжение. Пост отвращает гнев Божий. Бог сказал, Ниневия будет разрушена. Иона, пророка Ионы, книга 3 глава, 4 стих. Но Ниневия не испытала на себе этой угрозы благодаря посту. Сам Иоанн бежал, боясь того, что на помощь ниневитянам явится пост. Кит поглотил Иону, но поглотил, соблюдая пост. Поглотив, он не пожрал своей добычи, но сохранил и соблюл ее, как залог для владыки. И того, кто не желал идти по своей воле, доставил туда, куда было ему приказано. И вот пророк один ногой, прямо из чрева китова, после испытанного им потрясения, мало и на человека походивший, огласил Ниневию, великий город, своей проповедью. Один пророк явился туда, и время показало, что он сделал. Притом, провозгласив, что город погибнет, он наперед уже должен был оттолкнуть их от веры. Но они послушались одного пророка и прибегли к лекарству, отвращающему гибель, к посту. Не о том ревновал Иона, чтобы Ниневия была разрушена, но чтобы послужило к обличению Израиля это сопоставление. То, что язычники с готовностью повиновались и одному пророку, а Израиль оставался глух к целому их сомну. Итак, установлен был пост, чтобы отвратить божественный приговор, а пост был непростой, но состоял он в удалении как от пищи, так и от грехов. Да если бы человек постился по причине грехов и в то же время продолжал пребывать в грехах, чего бы он достиг? Это все равно, как если бы, омывшись от грязи, опять начал в ней валяться. Должен прежде всего прекратить самый грех. Что в самом деле польза-то? Пользы, то каяться в грехе, но потом опять к нему возвращаться по прежней дороге. Разве душа не смирилась постигшими ее ударами? Разве мы не возносим моление о том, что согрешили? Если же в прежних грехах мы каемся, то новые зачем накапливаем? Итак, ниневитяне отказались от пищи.
отстали от грехов, Бог их услышал, посилен преклонить на милость владыку. Иона вознегодовал, что пророк должен был исполнить волю Божию, а между тем Бог, отменив свой приговор, не замедлил даровать спасение. Конечно, Бог не может солгать, но истинен во всем тот, кто сказал: «Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его, но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему». Иеремия, 18 глава, 7-8 стихи. Отменив свою угрозу, Бог не оказался через то лжецом. Ведь, конечно, он послал пророка не с тем, чтобы разрушить Ниневию. Тогда зачем было предрекать то, что с необходимостью должно было совершиться? Но именно потому, что не хотел погибели города, он пригрозил, что разрушит его, чтобы, покаявшись, они избегли гибели. Не так было, что Адам вкусил от древа, и тогда Бог его наказал, но предупреждал Бог, что если он вкусит, умрет, чтобы тот не вкушал. Но тот не послушался сказавшего, поел, вкусил. Разве нельзя обвинять там, где был возможен выбор? Но разве не знал Бог, скажет кто-нибудь, что он вкусит? Наверное, тот, кто говорит так, еретик и идет против Писания. Ему следует возразить так: если Спаситель знал, что Иуда предаст его, то зачем избрал его? Может быть, мы и защитимся против еретика, сопоставляя историю Иуды и Адама. Одинаково ли объясняются оба эти события или различными способами? Итак, должен нам выяснить себе и то, почему Господь избрал Иуду, такого, каков он был, и почему, зная, что Адам согрешит, ввел его в рай. Именно в посту и нужно заниматься возвышенными вопросами, когда душа пребывает бодрою. Спаситель знал, это вне всякого сомнения, что Иуда готовит предательство. Ну и что же скажете вы? Являя свое чрезвычайное человеколюбие, Господь как бы говорит, что сколько от меня зависит, ты и апостол, и в лике моих учеников считаешься. Если, несмотря на все это, ты оказываешься недостойным, то через это сразу обнаруживается и мое необычайное человеколюбие, и твоя крайняя злоба. И распоряжение деньгами доверил ему Спаситель не потому, что не знал об его воровских наклонностях, но потому, что желал дарованием ему власти потушить его страсть. Итак, он знал наперед и предвидел, и не только предвидел, но и неоднократно предсказывал: «Один из вас предаст меня». Евангелие от Матфея, 26 глава, 21 стих, и у апостола Марка и апостола Иоанна. Чем же вы в таком случае недовольны? Тем, что злой человек своей злобой исполнил благое дело общего спасения без всякого принуждения со стороны избравшего? Ведь если к чему-нибудь Иисус его принудил, то уже, конечно, к апостольству, а не к предательству. Но даже и к апостольству он не принуждал. Что происходит по принуждению, то в расчет не принимается. Целомудренный по необходимости не есть еще целомудренный, потому что стал таким по необходимости. Добродетели к человеку не привяжешь, если нет у него к ней расположения. Теперь далее. Почему оставил Бог Адама в раю? Творец был благ. Он сотворил человека свободным, как свободному дал ему заповедь. Знал Господь, что тот вкусит от древа, но не помешал ему, не принуждал его, не насиловал его свободной воле. Адам сам согрешил. Ради дерева дорогим было и то место, где была его эта драгоценность. Адам не был создан злым, но зло был оскорблен его непослушанием тот, кто дал ему заповедь. Но если вкушение плода погубило заповедь, то вместе с заповедью призывается пост и спасает. Испытай себя самого, человече. Что тут вычитывать? Спроси себя самого, каков был ты до поста и каким стал постясь? Из того, что мы делаем, одно приносит плод впоследствии, в другом с самым делом совмещается и плод. Кто выходит в море ловить рыбу, не тотчас же находит добычу, как только окажется в море. А тот, кто постится, сразу имеет и плод поста.
Разве ты не ценишь тишины? Разве ты не освободился от винного чада? Разве не избавился от бури и непогоды? Разве не хочешь заметить того, что плоть обуздана, не смущает тебя своими порывами и не заставляет краснеть? Разве ты не знаешь, что теперь и ум твой действует в пользу целомудрия? Разве не радуешься, слыша, что такой-то постился? Постящиеся пусть не считают пост за зло. Тот, кто думает, что пост зло, хотя и постится, сам пребывает во зле. Не принадлежит к числу злых, не принадлежат к числу злых ангелы, не имеющие нужды в наслаждении пищи, подобно нам. Вкушение пищи не есть какая-либо для нас честь, но дело простой необходимости. Сколько зла у нас не совершается в обычное время, оно подавляется постом. Позже, я разумею, непростое удаление от пищи, но тот, который имел в виду Исаия, постись, чтобы быть услышанным, если ты скажешь Богу словами иудеев, постимся, а ты не видишь, смиряем души своей, а ты не знаешь, то берегись, чтобы не услышать. В день поста вашего вы исполняете волю вашу. Исаия 58 глава, 3 стих. Продолжение проповеди. Окончание завтра. Господу славу. Аминь. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресна и во веки веков. Аминь. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесех. Да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое царство и сила и слава во веки. Аминь. Господи, сил с нами буди, и нагоба разве Тебе, помощника в скорбях мимо мы. Господи, сил, помилуй нас. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его. Господи, сил с нами буди, и нога бо разве Тебе, помощника в скорбях мимо мы. Господи, сил, помилуй нас. Хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его. Господи, сил с нами буди, и нога бо разве Тебе, помощника в скорбях мимо мы. Господи, сил, помилуй нас. Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтыре и гуслях. Господи, сил с нами буди, и нога бо разве Тебе, помощника в скорбях мимо мы. Господи, сил, помилуй нас. Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе. Господи, сил с нами буди, и нога бо разве Тебе, помощника в скорбях мимо мы. Господи, сил, помилуй нас. Хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание дохвалит Господа. Господи, сил с нами буди, и нога бо разве Тебе,
помощника в скорбях неимомыль. Господи, сил помилуй нас. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его. Господи, сил с нами буди, и много бо разве Тебе, помощника в скорбях неимомыль. Господи, сил помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, аще небыхом святые Твои имели молитвенники и благостыню Твою милующую нас, как ко имели быхом спаси петь и Тя, Его же слова словят непрестанно ангелы, сердцевечи пощади души наша, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Многое множество моих, Богородица, прегрешений к Тебе прибегов. Чистое спасение требуя, посети немоществующую мою душу и моли Сына Твоего и Бога нашего, дать им и оставление, я же содеях лютых, едино благословенно. Всесвятая Богородица, во время жизни моей я, не остави меня человеческому предстательству, не веря меня, но сама заступи и помилуй меня. Все упование на Тя возлагаю, Матерь Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый, славимый Христе Божий, долготерпеливый, много милости, много благоутробни, и же праведная, любя и грешная, и милую, и же вся завыка спасения обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими наше в час сей молитвы и исправи жизнь нашу к заповедям Твоим. Души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякой скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаемы, и наставляемы достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословены си во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно, во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богослова, родшую сущую Богородицу Тебя величаем. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Господи и Владыка живота мой, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, сребролюбия, не дашь мне. Дух же смиренномудрия, целомудрия, терпения, любви, даруй мне, Господи, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, дарю, зрите мне мое согрешение, не осуждайте брата моего. Я-то благословен, и сила веки веков. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешные. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешные. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных. Боже, очисти нас, грешных. Боже, очисти нас, грешных, и помилуй нас. Боже, очисти нас, грешных, и помилуй нас. Боже, милостив буди нам, грешных. Создавши нас, Господи, помилуй нас. Боже, очисти нас, грешные. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешные. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешные. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешные. Господи и Владыка живота мой, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, сребролюбия, не дашь мне. Души смиренномудрия, целомудрия, терпения, любви, даруй мне, Господи, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй зрите мое согрешение, и не осуждайте брата моего, яко Ты благословен во веки веков. Аминь.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наше. Святый, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесе, остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое царство и сила и слава во веки. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. И дашь нам, Владыка, на сон грядущим покой тела и души, и сохрани нас от мрачного сна греховного и от всякого темного и ночного сладострастия, укроти стремление страстей, угаши, угаси разжженные стрелы лукавого, я жена нельстивно движимая, плоти наши восстание утоли, и всякое земное и вещественное наше мудрование успи, и даруй нам, Боже, бодр ум, целомудр помысл, сердце трезвящееся, сон легок и всякого сатанина мечтания изменен. Восстави же на нас во время молитвы, утвержденной в заповедях Твоих, и память судеб Твоих в себе тверду имуща. Всеночное славословие нам даруй, Вы же пейте и благословите, и славословите пречестное великолепное имя Твое, Отца, Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Преснодева, Преславная Преснодева, Матерь Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша, упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отцов наших, всех святых, помилуй нас. Аминь. Игнатий Игнатьевич, скажите молитву. Молитву, молитву, помолитесь. Господи, благодарим Тебя за великую милость, оказанную нам в этот день. Мы снова услышали события библейские, которые показывают, как Ты милосерд, как Ты долго терпелив, Господи, посети тех, кто не имеет этой возможности, братьев, которые призваны на фронт, благослови их Никиту, Александра, Максима, и находящихся в вузах, неведомых нам и знакомых, этого монаха Сергея, Илью, Владислава, Ивара. И место сие сохрани и защити. Мы находим такое утешение здесь. Воздай милостями всем, кто строил эти жилища, где мы живем и где молимся. Тебе, Боже, слава, хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Спаси Христос. Закончена третья часть чтение великого покаянного канона Андрея Крицкого. Завтра будет последняя часть, четвертая. В это же время, 5 часов.